Купальный сезон закончился. С сегодняшнего дня спасатели больше не дежурят на пляжах. Как сообщает ГУП ЧС, в этом сезоне утонули 7 человек. Один из них подросток, а спасти удалось 9 человек. По статистике, если сравнивать прошлые купальные сезоны, если взять за 10 лет, то работа, проводимая спасателями, профилактическая работа, которая направлена на обеспечение безопасности граждан, показывает свою эффективность. Граждане все-таки стали в этом отношении более грамотными, они не нарушают правила поведения у воды, и тем самым это спасает их жизнь. Купальный сезон длился 3 месяца. За это время почти 155 тысяч человек посетили пляжи. Самым популярным оказался в Бендерах. Там за лето отдохнули 34 700 человек.